посев озимых завершен. Уборочная кампания вышла на финишную прямую. На 90% выполнены работы в полях с подсолнечником. Средняя урожайность – 22 центнера с гектара. В центре внимания – копка сахарной свеклы. В Хомутовском районе уборка этой культуры завершится уже в ближайшие дни. Среди лидеров также свекловоды Беловского и Глушковского районов. А вот самыми урожайными стали поля кореневцев и суджанцев. С каждого гектара они собирают до 560 центнеров корнеплодов. Активными темпами идет сбор кукурузы на зерно. Обработано уже 25% посевных площадей.